Сегодня, в эпоху глобализации, технологий и скоростей, основной тенденцией развития современного общества ученые называют тенденцию сохранения национальных ценностей. Появляется необходимость в осознании собственной уникальности. Народы пытаются сохранить себя, свой путь, свою независимость. В контексте целей и задач концепции 25-летия независимости Республики Казахстан, 100 конкретных шагов реформ президента и других национальных и международных инициатив и программ, общественный фонд Global Success of People инициировал присуждение премии общественного признания «Аманат». Разрабатывая эту премию, мы старались охватить весь спектр нравственных ценностей, которые были основополагающими для нашего народа, но в то же время являются актуальными и значимыми сегодня, способствуют укреплению потенциала нашей страны. Премия «Аманат» отмечаются достижения за сохранение наследия республики, героизм, благотворительность, решение социально-экологических проблем. Важно отметить, что казахстанец – человек целеустремленный. Все, что он имеет, сосредоточено в настоящем и прошлом, но он уверенно смотрит вперед, в будущее. Именно поэтому вклад за развитие образования, здравоохранения, науки, инновационных технологий и управления также отмечен премией «Аманат». Общественный фонд Global Success of People Адамдардын Елеулижитестектера уверен, что премия «Аманат» создаст современную платформу для возрождения и укрепления национальных ценностей нашего народа.